Селенко народився 25 жовтня 1969 року у Ленінграді, форвард Ленінградського Зеніта, Київського Динамо, Валенсії, Глазго Рейнджерс та інших клубів, захищав кольори збірних Радянського Союзу, України та Росії. Став першим в СРСР футболістом, за перехід якого в іншу команду були сплачені гроші. Чемпіон і володар Кубку СРСР, чемпіон Шотландії, кращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року. Забив рекордну кількість голів в одному матчі На чемпионатах світу. я у Киеве. Одружинный майонез Олександра и Романа. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Я рад, что мы сегодня встречаемся. Ты знаешь, ты начинал в Ленинграде и в 16 лет уже играл в основном в составе ленинградского зенита. Ну, я тебе скажу, при всем при том, много было уникумов в в футболе. Но чтоб в 16 лет в основе прославленного клуба я такого и не припомню. Ну так уже сейчас мне как-то уже там год назад дали все мои рекорды. Этот рекорд так и остался в рекорде Советского Союза. Никто так не играл в 16 Рано, лет, да? кто первый начал и первый мяч забил. В 16 лет Высшей Лиги Советского Союза. Эти уже, ну теперь это уже, как говорится, осталось в той стране пожизненные рекорды. И я думаю, сейчас поколения, не знаю, вроде бы быстрее воспитываются, но как-то начинают позже все почему-то. Что это за матч был? Дебютный. Дебютный матч было это, во-первых, я должен был дебютировать раньше, потому что подписал контракт. Я когда приехал с Кипра с юношеской сборной Советского Союза играли и поехал, не поехал домой, а меня дома уже ждали представители Зенита. Это в октябре месяце. Я должен был на базу ехать и сразу, ну ладно, на следующий день меня нашли, приехали на базу, как бы подписали Но тогда не контракты, тогда надо было заявлять, ну предварительно договорились, и я сидел уже на последней игре, но какие-то заявки не сложились, и поэтому могли как бы снять, два очка тогда еще было. Поэтому я не сыграл, потому что хотели, чтобы выпустить. А вот уже первый матч, кстати, вот сейчас это будет, сколько лет будет сейчас, это 80, 16 лет мне было, значит, 86 год, правильно, 1 марта. Сейчас сейчас чемпионат Украины будет начинаться 1 марта. И тогда, 1 марта, мы играли в Манеже с Динамо Москвой. И как раз по Ленинградском в... манеже, да? Нет, не в Москве, Московском в манеже. В манеже ЦСКА, Причем играли с Динамо Москвой, где тоже играли, кстати, чуть постарше. У меня ребята первые разы, то есть там Добровольские игры, хорошие, то есть Колыванов. Вот, и меня выпустили на замену. Я как раз забил четвертый гол, и мы выиграли 4-3 решающий. То есть вот так все совпало много. Ты понимал, вот те 16 лет, я понимаю, особенно голова-то еще пустая в 16 лет у любого, но вот ты понимал, что ты в 16 лет вышел играть в чемпионате Советского Союза? Не, ну тогда, когда уже было, идешь как бы к своей цели, да, уже много наиграно, тогда, во-первых, была сборная Советского Союза юношеская, когда уже ты проходишь много турниров иностранных, уже тем более забиваешь, я там на гранатке забил uh -huh. в одной игре. Я, кстати, 5 там забил, 5 там. И у тебя же, понимаешь, что к этому подходит. Просто вот что-то действительно найдется мало таких тренеров, ну, потому что физические данные были, как Павел Федорович, Садырин у меня. То есть, вот он видит, что игрок, и сразу дал сыграть, чтобы уже рассчитывать на него. Хотя до этого.

перешел. Кстати, как бы... Ларионов. Да, Коль Ларионов, все, Афанасьев, Степанов, жалко жизнь. Поэтому вот та команда, которая сейчас чемпионская стала. Да, Толик, самый ветеран в то время. <связь> Поэтому... И вот как бы так, и у них было уже такое взаимопонимание, была команда цельная, вот что сейчас мало в командах, я даже потом, когда пришел в «Динамо Киев», тоже сам увидел цельную уже команду, и та команда уже была цельная, просто вот одного игрока можно брать там одного, двух, трех, но не больше, потому что уже ломать не надо команду, тем более, когда играют уже нападение, скажем так, наигранные, не ветераны такие, как Чухлов, Клементьев, Дмитриев, то есть... Еще, ну, уже ушел, то он как раз год ушел, поэтому все равно это попадать в плеяду, то сразу надо определяться с местами своими. Голова тогда не закружилась в 16 лет? Не, ну все было, потому что как бы знаете, кто уже хорошо знал тогда мою историю, сейчас уже те болельщики, которые уже это то поколение, которое сейчас уходит, потому что сейчас уже как бы поколение идет, которое только знает, вот игрок сейчас играет и все про него. А что было, как? Тогда все все а знали. Тогда все все знали, все смотрели за каждый, кто новый появляется, тем более 16 лет, и как бы началось такое, тем более мне приходилось тогда играть. Сейчас говорят, что много играют команды. Я не знаю, мне приходилось летать, играть за сборную юношескую, прилетать за «Зенит», играть, потом ехать за сборную Ленинграда, играть еще турниры «Юность». И все это было то есть, в порядке вещей, как бы не воспринималось. То есть не было звездной болезни? Нет, вот сейчас это был один период такой у меня был, но вовремя меня остановили, потому что когда у меня было... Знаете, когда молодые все бывают драки, тем более, когда там еще и занимался чем-то, дед, уже было второе уголовное дело. Второе уголовное Второе, дело? Да. Ну, за, за драку, как всегда. Ты заводной был такой? Ну, а тогда же было так, то есть, когда ходишь куда-то, то там в школе как-то ударили, подрались, то потом... Еще вот в, в клубе одном, а поэтому, а у него... И почему второй? Так бы, может, все тихо, а у него отец оказался полковником КГБ. И начался тиск на меня. И тогда пошла, уже потом я узнал, что как команда, что как бы надо приостановить чтобы не, не там уголовными делами, а приостановить именно. И вышла статья у меня там на спорткомитете Питерском, тогда еще Ленинград же был, как бы условно сказали, что вот ты играешь, но ну, тебе условно наказание в виде того, что, ну, как бы в футболе условно. И вышла, ну, в Ленинградской правде тогда. Да, да, центральная да, газета. Знаешь, да. Я звезда, а ты кто? Вот. И там описывал, что я в школу не прихожу, что там себя как угодно веду, так-так. Вот это было такое. И как бы у меня после этого все быстро прошло. То есть, как я уже воспринимал все как нормальные. А трудно было читать про себя такое? я Не, не, и, не, а ли? тогда, знаете, у нас наоборот, когда такое пишут про тебя в те времена и в Питере, это наоборот было. Это как в определенных кругах тебе еще добавило авторитет. Загулы? Ты уходил или нет? Нет, потому что тогда еще молодой, времени даже не было, хотя я уже 18 лет женился первый раз, тем более потом как бы постоянно. Был еще второй раз? Ну да, тут второй раз. Вот. И тем более, когда все в разъездах, и когда я даже на свой выпускной не попал. Это вообще история, потому что, кто знает же, сейчас уже такое время редко бывает. Я прилетел с юношеской сборной с Голландии, с турнира, и должен был ехать на свой выпускной в школу, но меня сразу из самолета то есть, вывели, вот, будущая там жена стояла, родители, говорят, все, пять минут, и через летную полосу полезли в другой самолет, где уже час стоял команда «Зенит Ленинград» со всеми. Причем это же не чартный самолет, а час самолет стоял, ждал, чтобы я сразу полетел на игру с торпедо. Вот тогда в Ленинградском «Зените» славной команде э, образца 86 -го года ты классно играл вот сейчас, если подумать? Ну, тогда труд доиграл, Я тогда играл больше, тому, у меня приучили, все-таки играл больше сам на себя. То есть, ты нападающий, ты должен знать одно дело. И когда меня еще там Геннадий Орлов, когда проходили с интервью, приходил, да, как у тебя получается? Я говорю, я не знаю, вот мне надо... Меня приучили так, что вот в районе штафной площади, дальше, ближе, я, у меня партнеров нет. Дело-дело. Да. да, надо забивать, а остальное все. Хотя в сборной уже там у нас был Борис Петрович Игнатьев, потом и тут работал же он. Он же уже приучал к нас к другому, чтобы видеть партнеров. Но на таком этапе, когда еще хочется самому забивать, и очень много у меня было таких... Ну, тогда хорошо, команда была такая солидная, Зенит с ветеранами, все, но стычек таких, что я не отдаю, часто было предостаточно. Побить могли? Нет, нет, тогда уже команда ветеранская была, и уже, то есть, в это не входило, то есть, еще Зенит все-таки, там все почти, на тот момент было 70% питерских. Которые... Но подзатыльник могли дать? Ну, нет, могли наругать так-так, тем более, самые ветераны, там, Толя Давыдов, да, наругать так, но... До этого, тем более, как бы и понимали, что уже так уже не проходит момент. <свят> 1986 год, в Союзе идет перестройка, дальше она углубляется, <свят> как говорил Горбачев, усугубляется. <свят> а ты стал первым в Советском Союзе футболистом, за переход которого в другой клуб были заплачены деньги. 36, если я да, не <свят> ошибаюсь, <свят> тысяч рублей. Да, смеялись, как машина Волга на черном <свят> рынке. <времени. свят> за, за переход в Киевское <свят> «Динамо». А вот ты Ленинградец коренной, ты играешь в команде своей мечты. И вдруг поступает приглашение из Киевского Динамо. Ты колебался или сразу согласился? Ну, сейчас, сейчас, видите, это вот хорошо сейчас рассказать, потому что кто тогда был, всю историю сдали. Это же история была не такая все простая. Какой что... это год был? 89-й? 89-й год как раз. не 88-й год. В 89-м я уже был в Киевском Динаме, а в 88-м году вся ушла договоры. Причем начались, они целый год велись. Потому что приезжали ко мне, как, как скажем так, агенты Киски, Сучков приезжал. Вот, и он там с отцом со мной разговаривал. Ну и также был момент, что у меня армия уже шла на носу. И так же, как уже потом Павел Федорович уже с Адырин принимал ЦСКА, то там уже тоже шло. уже. А сильнее все-таки тогда была... Динамо. Нет, Киев по командной игре сильнее, как команда. Но вот ЦСКА, Динамо, Москва все-таки по... по определенным, скажем так, военным структурам и по возможностям были намного сильнее. Понятно. Поэтому мне пришлось даже уже в последней игре, когда мы играли с «Зенитом» со «Спартаком» в манеже падать и делать себе сотрясение мозга. Я три дня лежал в Склифосовском в больнице, а тогда же закон был, что тебя не могут принимать, в армию, скажем так, брать, потому что как бы так полуокружили стадион, чтобы меня сразу после игры уже забрать в ЦСКА. Детектив. И приезжал Павел Федорович Садырин тогда с пару генералами. Ну, генерал же так, сразу, вот, давай. А Павел Федорович, мы с ним уже работали, он подошел, я ему объяснил ситуацию, что я уже договорился с Лобановским, что я перехожу в Динамо Киев, это, я говорю, сотрясение, так, я говорю, все, но я уже, и тогда Павел Федорович сказал, все, нет вопросов, все, я понимаю. Ты понимал, в какую команду ты идешь? Думаю, тогда еще понимал, да, в какую сильную, но тогда не понимал, когда приходишь в команду, уже со стороны смотришь ее. И потом, когда я уже пришел, тем более я пропустил еще сборы, все, потому что у нас был чемпионат мира среди юниоров в Саудской Аравии, где я первую золотую бутсы получил. Вот, я пропустил те сборы и готовился раньше. Пришел уже в более-менее состоянии, но потом понемножку начал как бы опускаться. И тут понимаешь, когда особенно смотришь и по именам уже когда приходишь. Но эти ребята только выиграли в 88 году, второе место на и, чемпионате и, Европы. И там было 14 игроков сборной динамики. Да. Кубок Кубков выиграли Фух. в 86-м, так выступили в Мексике вот. на чемпионате мира. Вот, и все это ж уже. Нет, так историю знаешь, но уже когда приходишь в середину команды ты уже начинаешь по-другому как бы относиться. Ну, великие были эти ребята? Они были и великие, но в то же время были и люди, которые уже ветераны, которые, скажем так, были костяком команды, вели, потому что многие уже приходили, ребята, а такие ветераны, как Вова Бессонов, там, Толи Демьяненко, уже действительно были заслужены, и они уже смотрели за новичками и уже подсказывали, наоборот, где надо в хорошую сторону. То есть там, когда идешь на тренировки, носишься, тут у Лобановского все знают тренировки, какие были. Вот. И уже мне Вова Бессонов повторил, говорит, не надо, не надо. Чуть-чуть сбавь, потому что лучше в игре так себя покажешь. И уже вот такие советы были, что понимали, что не задохнулся. Вот это уже поддержка шла. То есть уже такая. Эти ребята, великие игроки Киевского Динамо, приняли хорошо на равных? Вот, Доброжелательно. А, а знаете, тогда вот я считаю, вот всех, кто приходил, Понимали на равных. Особенно, когда просто еще много шума тогда было. Вот этого шума еще избежать надо было, потому что перекупки там, ездил, судился там, все, газеты пишут. Вот этот шум, да, чтобы как бы Валерий Васильевич Лобановский тоже пытался меня оградить от этого, чтобы ты... В Питере болезненно отреагировали, да? На Питере? Очень. И даже первый раз... Сейчас уже это как, знаете, история, потому что... А первый раз, когда мы должны были ехать в Питер командой «Динамо Киев», и за вот, когда команда отъезжает, Лобановский говорит, ты не едешь. Да. Да. И я сажусь в машину, хочу уезжать с базы, и тут идет команда, Лобановского. он тоже не поехал тогда, чтобы там начались, чтобы не было прецедентов. И вот это раз в жизни, когда я тренировался с Лобановским один на один. Как это? Ну вот, он сказал, все, мы остаемся. Ну я думал, все, остались, уехал. Нет, нет, -не, у нас с тобой тренировка. И вы вышли с ним? Да, вместе. да один на один, да. И мне ставил четыре серии, причем в последней серии я уже чуть ли не задохнулся, потому что общие тренировки ты где-то можешь постоять, командная игра, отдохнуть, а тут все один на один, когда это уже идет целенаправленная нагрузка на тебя. То есть... И он с мячом работал тоже? Не, не, все я работал. Он, он никогда он смотрел и давал команды и смотрел то есть, на тебя. А тут уже тем более, одна там была добежать от одних ворот до других с мечом, ударить, потом обратно, потом челноки. Вот это все работа, которая знаете, редко так, это уже физическая скоростная выносливость. Общем, лучше было в Ленинград поехать. Я-то сразу сказал, что я там еще и друзья бывшие знали, как бы вместе, с кем играл. То есть тогда просто не было таких законов, знаете, как сейчас принимают. То есть ушел из одной команды в другую, по-он против нее не может играть. Поэтому уже на тот момент и получилось так, что действительно, что у меня, потому что зенит потом вылетел, я так и против зенита и не сыграл ни разу. Тогда в киевском Динамо было мощнейшее нападение Биланов, Протасов. Юран, по-моему, был на подходе, да? Ну, уже на подходе был, потом, да, когда я пришел, он в дубли был на подходе, потом сломался, ну, и вот на это время пропал. Ну, вот он... Биланов и Протасов, да, два таких супер форварда, и появляешься ты. Ты понимал, что тебе придется с ними конкурировать как-то? Ну, конечно, понимаешь, но уже когда вот. Вот первый год, поэтому, я думаю, как бы так и шла перестройка. Как раз 89-й год, когда я пришел, в команде начало чуть-чуть так все перестраиваться. Потому что и Лобановский понимал, надо как-то или по очереди выпускать. Раз, несколько раз мы играли троем, но одно дело играть троем против таких команд, а одно дело играть троем. Мы когда играли, я недавно, кстати, смотрел в, это, в повторе, по какому-то каналу там, российскому показывали эту игру, когда мы играли в 89-м игру со со Спартаком. И вышли все втроем. Тут дома, и вышли все втроем. И проиграли 1-4. Я помню это. Вот. И после этого, как бы уже так, уже вот это и хорошо было. И тогда Лобановский уже пришел к тому, что кого-то надо отпускать. Но ну, ясно, кто больше всего востребован, заслужил. Тогда Биланов на ходу был. И все. Он после матча сказал, может. Ну, ехать. Ну, как бы, нет. Принял решение, я думаю, для себя. Но уже потом шла уже работа, что Игорь уже уедет, да, будет предложение. Почему Спартаку тогда проиграли? 1-4 дома. Ну такие, вот, такие ребята. Ну, вроде. вот поэтому и есть, что сломали чуть ту командную игру. Потому что всегда... Знаете, у Лобановского всегда была игра 4-4-2, да, да. и уже наиграно. А тут вдруг 4-3-3 играть, и вот это сломалось, и как бы пропало середина поля. И вот это сразу было… Вот сейчас я это вижу, а тогда это казалось… И мы после игры, тогда Лобановский забрал нас на базу, не знали, как выезжать потом в город все. А «Спартак» хорош был тогда? Ну, хорош, они... Да, да, они же тогда чемпионами стали. И в 89-м 89 году, да. И вот поэтому, что и тот «Спартак» был хороший. И попались как раз, знаете, когда еще чуть сбилась игра, а попались под «Спартаковский». Это сейчас уже не «Спартаковский» стиль. А тогда попались под «Пасы» «Спартаковские». Стеночки. Тут, там, Стеночки, <с> середина поля, идет разрывы между нами. И им сразу свобода. И поэтому все так и сложилось. С Юраном хорошо игралось? Ну, вот мы как бы с ним... Не, мы с ним вообще как бы в одно время вместе в номере жили, да. То есть, ну пока он там играл в Дублине, а так потом всегда общались. уже потом, когда уже ушел Олег Протасов, угу. тогда мы уже продолжали с Юраном играть. Но тогда уже уже начался футбол чуть меняться и команда начала меняться. И нам пришлось на еще себе тащить. 90-й год доигрывать уже, когда там чемпионами стали. Ладно, ребята, ушли. Но уже 91-й год уже Середина поля начала меняться, уже ребята уходили, ветераны, и мне уже приходилось чуть оттягиваться, уже играть как 4-5-1. Но характер сильный был такой, дерзкий у Юрана? Ну, футбольный характер, вот это есть нападающие, которые, да, когда… Хороший форвард он был? Хороший, да, вот кто доказывает, да, где-то, то есть именно спортивный характер. Знаете, есть люди, которые просто так характер где-то себя. А вот именно спортивный характер, когда трудно, когда что, но надо через себя переступать и доказывать. Вот. Но это было свойственно на тот момент всему как бы «Динамо Киеву». Потому что Лобановский выбирал таких игроков, которые подходили под эту... Отбор вот, шел такой. Да, да, да под эту как бы, позицию. А с кем из ребят хорошо вот взаимодействовалось? Кто был классным партнером тогда на поле? Кого ты вспоминаешь сейчас с благодарностью, как партнера? Ну, тогда, знаете, трудно говорить, потому что одно дело, все-таки тогда еще футбол был не такой, как сейчас все везде играют. Тогда еще были защитники, полузащитники, нападающие. Но Бессонов все равно везде играл. Но, но Бессон, все равно еще, когда я уже пришел, в мое время больше в защите играл. Толик, Демьянко, Бессонов. Тогда же вместе влились Ахрик, Цвейба. Мы троем тогда и дружили, когда они еще жили в гостинице. Киев потом, который рядом с ней. Троем кто? Ну, Ахрик. Нет, я-то приезжал, Ахрик, был Лужный. А я уже жил, но приезжали, потому что мы нас троем дружили. Вот так как бы вместе общались всегда. И как бы, да, это было как бы у нас такое молодежное звено Динамовской тогда в команде. В 90-м году Динамо Киев стала и чемпионом Советского Союза, и обладателем Кубка СССР. Большой успех, ты принимал тогда участие, огромное участие в этом, ты был одним из лидеров команды. Хорошо играла с 90-м? Ну да, потому что все-таки тогда вот и было, что Лавановский шел к тому, что на основе команды этой он делал костяк сборной национальной. И вот этот готовый этап. Мы тогда, я считаю, так в принципе за полгода выиграли чемпионат Союза и Кубок все тогда и в Кубке я в полуфинале ЦСКА забил два, в финале Локомотива забил три. Вот, и все шло, конечно, к тому... Кому сказать в финале три гола, да? Так это тоже сейчас, это тоже рекорд Советского Союза и остался так на всю жизнь. Поэтому я сейчас уже когда просматривал, все, мне самому даже интересно, потому что для меня это моменты, которые были. А когда уже все заканчивается, когда ты перестаешь играть, это уже как остается уже как знаете, на всю жизнь. А есть эти диски, да? Есть, вот этот есть, у меня когда три гола забил, потому что моменты я как-то отдавал их там на передачи, их смотрели, потому что именно вот так случайно, это потому что мой отец как бы собирал этот, поэтому, по-моему, только и осталось что-то, диски, вот а в основном такие, потому что там есть, где играл за сборную там уже наверное, в чемпионате мира, а вот такие начальные стадии, когда еще тогда писалось все, потом мне еще раз подарил запись, я помню, Маслаченко. Когда он прилетел, когда я уже в Валенте играл, и вот после чемпионата мира они прилетели ко мне на 25 лет снимать большую программу. И он тоже мне привез там отдельные голы, которые я забивал со Спартаком, когда играл. Вот такой материал, как мы играли со Спартаком. Поэтому мячик подарили. И тогда я как раз, Маслаченко тоже был, как там вратарь хороший потом, как комментатор, конечно, замечательный. Болельщик Спартака. И как, ну да, но он все равно относился ко всем. И даже вот я помню, знаете, сейчас так чуть шуточный <laughs> Когда он приехал в Испанию, ну, со всей группой, я их пригласил на Держение тоже ко мне. И там одни испанцы были. И он говорит, ладно уже, говорит, я скажу тост. А он и переводили испанцам там, я еще слабо знал язык, ну, как так. И говорит, он говорит... Это Тос, говорит, давайте там вот поздравил. Но, говорит, у нас, говорит, в Советском Союзе пьет, пьют только в двух случаях. Ну, все думали, с днем рождения связано. Он говорит, да, когда идет дождь, и когда не идет. Вот он такой был человек. Да, и мог и пошутить, и разрядить компанию. И знаете, вот такие люди потом уже и запоминаются в футболе. Он яркий был. Да, он такой, да, относился. Хотя все понимают, что он там и болельщик Спартака яркий был, но он со всеми, так же, как и тогда же и Кате Махарадзе был, да. то есть тоже великолепно, он приезжал со всеми, знал, издалека тебя знал. Потому что у нас сейчас мало этого. А вот. Когда я еще был, играл в Европе, везде, в Испании, был момент такой же, то там уже Йохан Круив также то есть, показал, то есть тоже он нормальный человек, потому что когда я уже не играл, прилетел в Барселону, там мне пересадка надо было, я шел в аэропорту, он в окружении стоял, корреспондентов, все, и как увидел меня, отодвинул корреспондентов, подошел, там минут пять поговорили, как и что, потому что рейс, и все, все. И теперь он вернулся. Вот это уже показывается характер человека. Действительно, что. Уже много лет нет в живых Валерия Васильевича Лобановского, человека яркого, тоже неординарного. Ты под его руководством определенное время несколько лет играл. Каким он остался у тебя в памяти? Ну, он, знаете, что такие люди, когда переходишь, я как бы недолгий этап с ним играл, хотя. Одно время у нас было разногласие, потому что когда он меня не взял на чемпионат мира, потому что тогда я в команде был да, в 90-м году. 90 да, году. Да, на таком ходу был. Да, да? на таком ходу и я уже готовился, потому что ездил в Германию, прошел со сборной подготовку uh -huh. и дальше. Но у него было свое видение тогда. Потом я уже понимаешь. А вот после как бы и вот месяца три, знаете, он мне все говорит, все, делай, что так отпустил, потому что я мог где-то тогда опоздать, что он не позволял. Вот. Ты обиделся на него? Ну, такой момент был. Но ну, я мог где-то опоздать, мог где-то что-то задержаться. И он понимал, что вот пока надо спокойно, чтобы все было. А так, конечно, это требовательный был. Это правда, извини, что он потом сказал, что да, я ошибся, это надо было тебя брать? Это уже в году, когда сказал. я опять забил. Да, я приезжал уже до да, базы, ну, сюда я подъезжал, там с ребятами общался, с ним, потому что когда он был. И он сказал да, потому что, ну, когда уже он вернулся, когда он уже прошел этап, уже работы в Эмиратах, скажем так, уже вернулся, и он, ну, просто я так понимаю, уже сейчас оглядываюсь, он всегда строил команду еще на будущее поколение. То есть, это уже, я уже шел, у него вот эта молодежь, значит, я, Лужный, Цвейба, Юран, это уже... Никифоров, наверное. Да, Никифоров, ну, Никифоров тогда уже ушел, а, еще были в дубле, это он уже строил дальше, потом уже всех распустили. Серега Заяц, Юра Мороз, да. вот это все уже... И также он рассчитывал, что он будет дальше еще, ну как все могло быть, и будет запускать это. А уже когда уехал, то понимал, что уже. То время есть сильная просто... какая-то у тебя была, конечно. Ну конечно, потому что на таком ходу, в принципе, в такой команде играть, а тогда это вся костяк сборной, это Динамо, Динамо Киев. Да. Ну я думаю, тогда тоже все могло быть, но Знаете, то, что еще, дайте еще, что характеризует Василий Лобановского то, что он требовал, но и разрешал. То есть вот такой момент, когда мы там пришли как раз после локомотива, когда выиграли 6-1 кубок, финал кубка, мы приехали в Киев на базу, потому что и у нас через три дня на четвертый была игра в Москве со Спартаком. Есть, и он на базе все равно завел всех в столовую, говорит, все, у вас есть три часа, отдыхайте, все, потом, говорит, все, спать всем. Вот. Ну, потом, ясно, никто не заходил, не смотрел, все. И когда мы приехали играть со Спартаком, проигрывали первый тайм 0-1. И он много не говорил, он зашел, просто в раздевалку, так, чуть, -чуть Подкорректировку дал. Подкорректировал команду. А потом говорит: смотрите, я вам дал 3 часа, тогда. А теперь у вас есть 45 минут. Класс. Все. И за 45 минут, знаете, вот так это психологически все собрались, ребята, и 3-1 выглядел. Он мудрым был человеком. А знаете, на такой должности в тех временах... Дурак не удержался. Это не, мягко да. сказано, это такое дело. Потому что кто не может искать какие-то компромиссы, даже где-то жестко, где-то компромисс. Не только же надо компромиссы искать с игроками, а еще и с руководством. И все еще с руководством, а когда он еще тренер сборной стал, еще с руководством московским надо играть. Вот поэтому это все, конечно, было... А сколько его критиковали? И вот поэтому он всегда говорил, вы на критику не смотрите. Вы посмотрели, почитали все и отбрасывайте все это сразу. Мне ребята рассказывали, киевские динамовцы, что однажды они решили на базе расслабиться, немножко выпить. И ты был среди них, самый молодой. И Валерий Васильевич вас застукал. Как это было? Ну, это момент был, это уже как бы, знаете, уже вошло в историю, скажем так, потому что когда сидели как раз... А раньше какой-то охотничий домик Нет, раньше это был домик, где сапожник Коля работал. Он до сих пор, кстати, мы его вижу, он работал недавно, до недавнего времени еще там спортивный директор в Белой Церкви уже пошел. А тогда он был сапожником, так, ну, все делал, помогал там тогда. Вот, и у него в будке сидели, скажем так, Ну, что у вас с собой было? Ну, пиво было, пиво с рыбой, это так, это обычно, сейчас ты все понимают, что это обычный набор, потому что а тогда Конечно. это как бы еще, здесь, надо было прятаться, это и тогда уже мало кто прятался, особенно для меня загадка была, когда я уехал за рубеж, и я же, то, что там, а мне уже ставили пиво и все, и пей. За рубежом? Да, да. Ну, а тут был момент, мы ждали еще кого-то, еще из игроков ждали. Ну, то был Демьяненко, был Баль, да? Ну да, демьянки из «Ветераны» такие были, а так сейчас, знаете, трудно вспомнить, просто еще, может, Бессонова, может Вову Бессонова ждали, то есть, такое, да, там всегда коллективы собирают, человек 6 такой, нормальные вещи, вот, и как раз идет стук в дверь, ну, мы ждем. Идет сразу вопрос, кто это? А там Валерий Васильевич Лобановский. И все смеются, ха-ха. Сейчас, подожди. Сами такие все там сказали. Подожди. И через минуту опять. Тук-тук-тук. Кто там? Валерий Васильевич Лобановский. Открываем действительно стоит. Валерий Васильевич. И он опять смотрит на них всех. Ладно, выиграет. А с ним, чтобы я вас больше не видел. Ну, это такой же. Не наказал? наказал там их там несколько игроков за первую сборную не взял меня за олимпийскую ух не, ты ну там товарищеская игра была то есть не а вот так тут он уже поступал в таких моментах что действительно когда надо чтобы как бы так если уже идет команда чтобы в команде надо содержать психологически он силен был он мог настроить вот перед матчем или в перерыве проигранного матча так что взлетать хотелось ну вот не он именно психологически знаете он уже когда я пришел, да, может, он уже прошел тот этап, потому что у него был такой же авторитет, что его этого авторитета хватало уже. Можно было ничего не говорить. Да, там уже уже те ребята, которые постарше были, они говорят, да, какие-то разные были. А тут он уже просто говорил, как могут так просто говорить, а ты что там делаешь? И уже этого хватало. Вот поэтому, да, такой вот, когда я уже застал. А до этого, конечно, он уже тоже строил свой характер, когда над игроками работал, когда ж... Одно дело, это же этап у него прошел долгий. Начало 90-х, все славные динамовцы, которые были знамениты на советском пространстве, разъехались за рубежом играть. Лобановский уехал тоже. Новая команда, ты остался, 92-й год, первый чемпионат Украины. Что это за печальное зрелище было? Ну, это как трудно сейчас уже... Я тогда сразу понимал, что невозможно, особенно тем игрокам, кто играл в «Союзе», играешь та, тут, и первый чемпионат играть, когда... И, ладно, играешь там с командами, которые... Шахтер еще. Шахтер, Днепр. Который, Черноморец. Да, Черноморец. А команды, которые были во второй лиге, у них ничего не было, и туда мы прилетали... Раз мы куда-то, я не помню, прилетели за день, но после этого все сказали. Не Ни условия? Ничего. И прилетали в день игры, давали нам сухой паек с собой, Сухой поел. Да, да, покушали сразу там, как бы, если есть там гостиница где так, ну, то есть чуть-чуть отдохнули, чтобы, или так, походили, ну, чтобы... Ну, это правда, говорят, что бывало в автобусе прямо перед матчем сидели, отдыхали, кушали там же и шли играть? Ну, знаете, сейчас трудно вспомнить, но я думаю, что в принципе да, потому что некоторые гостиницы такие были, что в них лучше не заходить было. Потому что могли приезжать, я честно говорю, некоторые гостиницы зайти туда и что там делать. Лучше сразу уж команда, чтобы не рассредотачивалась в автобусе, просто чуть пораньше приезжали, там часа за три. То есть так, пока пошли, погуляли где-то, походили, то есть да. И вот представить этот момент, и после этого, например, играем мы где-то там в этом. Я уже даже сейчас трудно говорить, какие города там были. Вот. А потом через 2 на 3 играем Лигу чемпионов там с Барселоной. То есть из Ахтырки в Барселону. И тем более еще же игроки, правильно, даже многие поменялись, то есть еще игроки есть. Которые только начинают играть, им этот перепадок были, конечно, очень-очень трудные. И... Тяжело вообще это было, да, психологически? Как, как собраться, как вообще тренироваться даже, когда соперники... Так иногда на тренировках было более намного интереснее, чем с соперниками играть. Потому что заводились ребята хоть как-то, и начиналось уже такое... Заруба, да? Заруба, да. Потому что в играх, наоборот, часто шло... Знаете, потому что некоторые игры мы на выезде еле выиграли, потому что... Ну вот выходит и там видно команда, они только бьются. Ты принимаешь мяч, тебя с двух ног летят. И, ну, на таком поле все так отдавали, где-то один забили, и все, и все, и больше не надо. Поэтому такое, я когда сразу-то сказал и руководству еще, что все, надо уже... Завязывать. <с> завязывать. Этим футболом. Нет, ну, уходить, потому что, да, этот этап, чтобы прошел... Почему тут... чемпионом Украины первым стала Таврия тогда? Ну, потому что вот эта игра, она к тому и пришла. Потому что если там же как-то кубковая... Ну, ну вот да? одна игра, потому что решал все. Финал у них, кто первое место в той подгруппе занял, у нас. Потому mm -hmm. что это и сейчас можно кто угодно стать так чемпионом из одной игры. А мы уже, честно говоря, уже в своей группе за месяц стали чемпионами и уже думали так же, приедем, все также и банкеты, и все, и много там разговоров шло, чтобы и они все уже, они готовы все отдавать нам, то есть, и вот эта вся психология, на тот момент вот это все, общая психология к этому и привела. Ну, удивительно, да, а вообще ставри и проиграть? Ну, как, неудивительно, тогда можно всем проиграть, но вот уже именно, вот все, что ш... сейчас понимаешь, что шло это, мы уже ехали туда, во Львов за день, там уже Туда ехали победителями, То есть, что мы там уже месяц почти не тренировались, ну, как так, тренировались, дуримались, что туда приехали уже, победили, что нам тут, это сейчас уже, я уже тогда знал, что нам тут уже банкет заказан, салют заказан, что все встречать, и все вот это, я думаю, и повлияло на Обидно это. было? Ну да, на тот момент, конечно, такое, знаете, как опустошение было. Щелчок по носу такой, да? Да, потому что, как бы, понимали, если бы был нормальный чемпионат, мы также за месяц бы стали чемпионами, и все, и отдыхали, как потом и пошло все это. А тут, хотя даже за сначала было, за, там, за две недели, что будет две игры – то есть одна игра у них и одна в Киеве. То есть тут бы мы могли, конечно, тоже исправиться. Но когда одна игра, вот тут понимаешь, почему сейчас уже, когда закончилось, что кубок есть кубок. Почему? Потому что вот одна игра, конечно. можно все решить, и кто как подойдет к этой. Одна придет команда из последних сил настроится, а вторая команда приедет. Расхоложенная. Скажем так, еще мягко сказано. Вот и нас после этой игры как раз оштрафовали. По тем временам хорошо. Хорошо это как? Ну, по тем временам на 2000 долларов. Ну, большие деньги тогда. Были. Вот я. Это все равно, что сейчас бы на 150 на 200 да. по тем контрактам. За несколько лет игры в Киевском Динамо, пребывания в этом клубе, ты забил 28 голов в 111 матчах. Очень высокий показатель для Форварда. И ушел. Ушел в испанский Лагронис. Что это за команда? Она ведь такая не очень была известная тогда. Да она вообще неизвестно. Сейчас ее я, вообще нет. Я уже. вообще, да, там выпало. Сейчас я вообще тогда не знал, что есть такая команда. Почему туда? Ну, потому что пришел как-то момент, что так, я уже сказал, что уходить надо, все. Вот. И начали команды искать. Тогда был еще, как бы скажем, менеджер, который устраивал всех игроков, такой пень Захави, вот. И он и я поехал в Тоттенхэм, в Лондон, и заключил О. с ними контракт. О. Да. И? И вот сидел, и пока два месяца не мог играть тут, нигде не мог играть. Я до этого два месяца не играл, то есть я уже 92 год всю осень не играл. У меня была небольшая и травма, и не играл, и там, и тут руководство поменялось, там все такое. И ждал Вида на работу. на жительство, наверное. Нет, а, вид разрешение, на работу, на работу. Да, разрешение на работу. Вот это что. А тогда как раз уже все шло, к тому, что все. То есть, вот-вот, там поймали тех игроков, которые там, румыны, Югославы, которые вообще за сборную не играли. И вот и мне заодно тоже, не дали. И не получилось. И не получилось. Уже контракт, но уже куда? Все. И надо было когда-то срочно ехать, то есть, любое, что искать. И мы даже с Ахриком Цвевой поехали. У него было в Холцруе предложение, ну, как бы на просмотре. Я вместе с ним поехал туда, в Германию, думаю, ну, чего, пока как раз январь месяц, тут подготовка, команда отдельно уже улетела, и мы поехали туда, чтобы как-то там уже на месте. И он, когда там тренировался, я как бы чуть-чуть с ними тренировался, и в этот момент как раз пришел, мне оттуда позвонил менеджер, говорит, вот, есть команда такая, давай на полгода туда, чтобы восстановиться». Я говорю, да конечно, мне какая разница. Много предложили. Не, там копейки, не, ну, да? Не, ну больше, чем конечно тут уже было, потому что уже полгода. Но плюс то, что там главное, что условия выкуп сразу. Угу. То есть если, знаете, тогда же уже тогда уже вот мы мало понимали. Я уже потом, когда уехал, тоже больше стал понимать, что вот это очень важные вещи, что уже обговаривается выкуп. То есть выкуп обговаривали там миллион, что больше уже неважно, получается у тебя нет, команда не может за тебя требовать. Вот. И вот так я туда и приехал, и сразу через там, две недели стал играть, потому что надо уже было играть, выходить. Команда тогда сейчас шла, как всегда, в конце. Ну, вот. Ты ее на себе вытащил, по-моему. Да, тогда, тогда да. уже я забил 7 мячей в первом вот этим полгода. мало. А и все же там же это не сейчас, как 7 мячей. Ты тогда все по одному забиваешь, и каждый почти это вырешает команды. Да. Сначала, причем забил в первой игре, мяч еще сивили, когда Марадона uh -huh. там играл, они приехали. Ты против Марадона? Да. 2-0 еще выиграли. Вот. И потом понемногу, понемногу так мы вылезли, скажем так. И вот тут уже пошел интересный торг, скажем так, везде. Были и по Испании предложения, и Лагронис хотел, чтобы я остался, потому что там президент. Винный магнат Тареоха, столица Испании. Угу. Он такой он уже дедушка был, он так говорил, называйте меня дедушкой, то есть в возрасте. И он пригласил меня, что редко в Испании на свою виллу под Мадридом, которая находится там в участке, такие подарил рядом с Виллой Короля. То есть. Хорошая вилла? Ну, хорошая. Ну, ему-то у них хорошие уже так, потому что для нас хорошие сейчас, знаете, это размахи, все. А там им и хорошее место, и все, как они привыкли там уже, по-моему, лет 200 жить на этом месте. Вот так, если тут... Как... Вино рядом. Не, вино в Риохе там. Да, ну, он свое вино Все свое, да. Он меня еще и... Когда увидел как-то раз... Там я купил в пакетике, но он его увидел. Потом я уже приучился, я знал уже все сорта вин, все какие вины испанские, какие года, какое все. Уже как бы, к этому пришло. И вот я тогда с женой приехал, и, знаете, поражает. И вот понемножку я потом тоже перестроился на другой лад, на менталитет других европейских. Потому что он сидит, я просыпаюсь с утра, и они сидят. Дедушка с бабушкой играют в фишки. Причем фишки старые, в какие-то свои игры. Все подряпанное, старое. Это <связано>, которые люди почти мультимиллионеры. То есть, одеты в шорты обычные. И вот тут понимаешь, что уже надо как-то по-другому себя мыслить. Все. И понемногу. И я еще продлил контракт на три года с Лагронисом. Но опять, что через год выкуп. Марадона, а когда ты против Севильи играл, хорошо смотрелся на поле? Но он уже тогда, чуть скажем так, тяжеловат был, потому что он все-таки с командами Вот он тоже такой игрок, который настраивался на другие команды. Но был класс виден. Класс был виден, но он уже не с таким. Ну а хорошо, но мяч он принимал как-то иначе, пас отдавал. Не, мяч иначе. он как всегда у него не, левая нога рабочая и он все это делал спокойно. Только уже он так не бегал, скажем. так. Ну ты смотрел со стороны за его техникой, это действительно впечатляло. Ну, знаешь, когда играешь, не успеваешь на технике смотреть, <сударь> честно скажем так. Вот. Но главное, что его ж не только техника впечатляла, когда он в лучшие годы его, это то, что в футболе необходимо, это техника плюс скорость. И скоростная техника, угу. вот это самое главное. Вот что у него, это не отнять. Вот сейчас также у Месси, у Рональда. Вот это самое, что для футболиста ценное. И, конечно, когда его лучшие времена, это скоростная техника, конечно. Когда он даже в Наполе играл. Когда, да, когда сам шел и все. Да, да, Никто когда, не нужен был. Когда, да? да, чемпионат мира, даже когда вот этот он гол забил. Вот это все и показывается. Рукой, да? Ну, рукой, ладно. Второй, когда сначала да, рукой, да. а уже потом с центра поля всех защитников. Начал с руки, закончил другой ну, да, да. поэтому уже потом как бы и Простили ему тот Ты знаешь, я о тебе иногда думаю, думаю о том, что не повезло тебе, наверное, родиться не в то время, потому что твой футбольный рассвет пришелся на годы развала Советского Союза. Если бы это было или раньше, или особенно позже, может, по-другому бы сложилась судьба. Да. Вот ты говоришь о себе, я не русский, не украинец, я советский. Действительно, советский парень, по большому счету, правда? Ну, в принципе, ж так и есть. Потому что, если считать, что, например, отец у меня с Криворога, мать с Питера. сам Отец родился... украинец, мать русская. Да, сам родился в Питере, потом перешел играть на Украине, в Динамо Киев, потом уехал за рубеж, то есть, а воспитывался все равно же вот это все в Советском Союзе, то есть, пока считай, я же сам, Пересам... ну, когда Союз распался, и уехал уже играть. Уже вернулся я уже в другую страну, и, знаете, все, мне сначала все труднее и труднее понимать было все это. Но вот это время было без времени, такое развал Союза, и годы, которые настали после него, ты сыграл один матч за сборную Украины, и пару лет ты играл за сборную России. Ну да. А сборной России руководил Павел Федорович Садырин. В общем-то человек, который хорошо тебя знал по Ленинграду еще, но у вас, я так понял, были натянутые сложные отношения, да, в ту пору? Не, нет, у нас с Адельным не было, потому что, как бы, когда я играл в Киеве, даже мы просто мало общались. Он, они уже страны распались, те там играют, я тут играю, а уже когда я уехал в Испанию играть то вот еще и началось все, чтобы он был второй не Игнатьев, и они приехали с Аделин с Игнатьем уже на... на, игру смотреть туда сразу меня, когда я там... И пригласили за сборную. Да, вроде. когда я начал, то есть полгода проиграл, сразу они пригласили, говорит, давай уже будем возвращаться <laughs> ну, к тому, что есть. Ну, тогда, я помню, было знаменитое письмо 14, то есть 14 футболистов сборной России написали открытое письмо, чтобы Садырина убрали с поста главного тренера, а назначили Бышевца. Ты был одним из тех, кто подписал это. Ну, да, ну вот поэтому это сейчас уже все понимают, как бы, что к этому шло. Но тогда не было фамилии Бышевца, и сначала изначально не было как бы убирать Садырина. Были материальные условия. Это сейчас уже все легко, понятно, что каждый игрок там может свои бутсы, контракты, это, это, это. Потом премиальный за выход на чемпионат мира, за игры там на чемпионате мира. Все это вот, все шло к этому из условий. Но в основном это были первые шаги, когда, когда там сразу, это в Греции подписывалось, после игры причем сразу, что это были шаги, то, что уже за рубежом начали играть, а тогда федерация, когда все условия команды, сборный, брал он себя, то есть. А игроки ничего с этого не получали. Его, Руководил Колосков. Ну, Колосков, да. И они, ну, тогда еще это такая система была. Колосков, да, хоть И Колосков, ты давно знаешь, еще 16 лет с Питера с ним, да. Сталкивать. Но это вся система была, то есть не игроки, а федерация договаривается насчет всего остального, а игроки должны просто это выполнять, отыграли, отыграли и до свидания, и, все, да. все. и вот к этому и шло, что поменять это все уже потом, когда вылилось, то есть то, что вот из Садына менять а уже через, когда много, ну через, когда не прошло, через Время уже потом понятно, что стоял кто за этим, что поменять. стоял за этим? Ну, как бы к тому и шло там игроки, которые привыкли сейчас, это уже, знаете, как спокойные вещи, что играть при Бышевце, да, он говорит, что вот давайте поменять, я вам сделаю все условия, все будет нормально. То есть, иными словами, игроки, которые играли с Анатолием Федоровичем Бышевцем, выиграли с ним Олимпийское золото Сеула. Ну да. Добровольский, кто ну, еще? Кто остались, да, это сейчас их, знаете, там... Вот эта пляда, они с ним играли в Москве. и вот их просто... И они хотели заменить сады Они тем более, да, уже там много кто, и, там, и Шалимов, и Кончалов уехали за рубеж. Угу. Они же сами многие, знаете, это, я думаю, более... Шло, что даже сейчас, понятно, что не они сами, это более шло уже такое целенаправленное. Им надо было вот это поменять, чтобы кто уже поиграл за рубежом в тот момент, понимали, что там контракты, то все. Это должно Какое быть. Какое хорошее поколение было Ишалимов, кончественное. Конечно, и, вот так да. И вот это же это, вот это, все то время не разбериха и выбило ту команду из клей. Да. Потом, потом уже ее не, не собрать было. Я уже, когда Игнатьев вернулся, потому что при, уже когда ушел и пришел романцев, то есть как бы, вот, он, так скажем, по-другому смотрел на все эти с дела. С романсом не сложилось у тебя. Да, да, там, потому что, то есть, Такие уже психологические дела с ним начались. Ну, на те времена. Вот эти все перестройки, я как бы... То есть, он сначала все-все, сейчас приедешь на сбор. Я прилетел даже на один там. И выходил с травмы небольшой. Когда с товарищеский матч мы играли сразу после чемпионата мира с Бразилией. Вот. А потом начался, ну, с Сан-Мариной играть тебе пока не надо, ты там играй, это, это, и потом все так. Мы твою силу и так знаем. Да, да, да все. И как раз это прошло два года, и потом пришел Игнатий в шестом году. И я опять вернулся в сборную. Ну, а потом уже пошли неприятные нашли моменты, операции, все, уже так далее. А с Бышевцем удалось поиграть? Нет. Так и не удалось. Не, не, с Бышевцем так я только сыграл. А когда играл уже в Турции. У нас прилетали в Питер, сыграли, там был матч типа звезд Питера со звездами там Советского Союза, скажем так, и вот я тоже полетел, и тогда Бышевец руководил командой Советского Союза, нет, с Питера, Питера. Да. поэтому так как раз, это уже раз, когда я там вышел минут на 30 всего, потому что уже я от травм восстанавливался, все, вот тогда, тогда такой этап был. Я хочу поговорить о самом приятном моменте, наверное, в твоей, не наверное, а точно в твоей спортивной биографии. Ты рекордсмен по числу забитых голов в одном матче на чемпионате мира. То есть на чемпионате мира 1994 -го года в ворота Камеруна в одном матче ты забил 5 голов. Вообще фантастика, да? Ну... Тогда еще не казалось, когда это случилось. Не казалось, да? Ну, ну да, когда это все играешь, все, забил, все, и потом уже, тем более мы еще могли дальше выйти. А больше это уже понимаешь, даже никогда там потом выручали золотую бутсу в январе месяце уже в, в Португалию ездили, мы там с Перейрой, он одно получал, а еще же многие там из Тогда еще ж приехали России, там вдова Яшина, там не то, ну такое было. А уже когда закончил в футбол, и вот проходит время, ты понимаешь, да, что тот момент, как бы вот это останется все равно на всю жизнь. Люди, знаете, будут все равно помнить не кто как играл, а кто, а кто что сделал, скажу. Так. Я помню, я вот сижу у телеэкрана, Соленко забил первый гол, молодец. Второй, здорово, на чемпионате да, мира да. два гола в одном матче, здорово третий хет-трик вообще с ума сойти четвертый ну думаешь вообще невозможная история и тут ты забиваешь пятый это правда что тебе приснился вещи сон перед этим матчем ну, знаете, когда настраиваешься на что-то, да, так был сон, что много нас забиваю, скажу так, потому что а, часто иногда такие ты их не воспринимаешь, а когда уже и случилось, ты потом уже так уже задумался, думаешь, действительно, а, значит, все оно как-то, а это все-таки у нас уже сейчас, понимаешь, когда там психология занимаешься, что сны идут у нас от настроения, все равно внутреннего, но когда человек настраивается на что-то, да, уже надо. Тем более, нам уже игра, нужно хоть что-то было делать в игре с Камероном. Потому что уже, одну игру, ладно, с бразильцами, со шведами там не повезло, я пенальти забил. Потом 1-1, выгнали Горлуковича и проиграли. Тоже такое. И тут хоть есть шанс. И вся команда так настраивалась, и уже психологически ты настраиваешься на это. И тогда у тебя идут эти такие уже волны, скажем так. Но эти пять голов – это закономерность или фарт? А это сейчас уже, понимаешь, это когда все обстоятельства вместе складываются, скажем так. Потому что если бы нам не надо было забивать много, то мы три забили бы и все. И стали... Сколько надо было забить тогда? А чем больше, тем лучше. Потому что больше, раз, больше пяти, чтобы нам было забить. Потому что тогда у нас шансы уже другие команды, как смотришь. И матч 6-1 закончился. Да, да. У тебя с Камеруном, в матче с Камеруном были какие-то особые буцы, я помню. Не, вот тогда уже нормальные бутсы были. Особые были бутсы в двух первых матчах. В чем их особость? Потому Запишу что вас. мы, у нас вся команда, кстати, вот эта история, да, та все-таки договорились, как бы и федерация и игроки, и все пришли вместе, что мы будем играть в Рибоке все. Вот. Форма ладно, что это федерация но и бутсы Рибок. А так как договорились, они там выплатили денег, игрокам досталось, не зря спорили с тогда. Вот. Что я переделал, у меня бутсы адидас были, но переделаны под рибок. То есть, с полоски срезан адидас, сделаны рибок полоски. Вот. А уже в игре со шведами, когда... Там мне уже... Мы же тогда играли в манеже первый раз. То есть, под закрытым небом. Натуральная трава, но закрытое небо. И я делал бутсы другие уже тоже переделаны Adidas, но там снизу была печать Adidas, что ее никуда не спрячешь уже все. И руководство Рибака сказало, что на следующий матч, что все уже одели бутсы Рибак. Сборная Камеруна руководил советский бывший тренер, не помнящий. Нет, тогда уже нет. Уже нет? Уже нет, уже их не тренер. Это в девяностом году руководил. Непомнящий. Хорошо, не помнящий имел какое-то влияние на ту команду? Не, уже все, он уже, уже отошел, да, там, это, знаете, такие страны строжные, там, тем более в те моменты, африканские страны, там, если тренер уходит, сразу его на следующий день уже и забывать, что он был, там совсем другие. Договориться можно было, вот я подвожу к чему, с Камеруном, чтобы они сыграли так, как нам надо или нет? Не, договориться, это уже потом, это у нас начались разговоры, а там, кто были федерации разные, других стран, тем более, я разговаривал по этому поводу, как бы на вручение золотой бутсы, потому что там и вдова Яшна прилетел, еще один генерал российский от Ельцина прилетел, вот, и он тоже. И там, кто были секретари и говорили, это, в принципе, невозможно, потому что, наоборот, Камеруну надо было выиграть, чтобы они тогда проходили. А им еще и привезли, расплатились с ними, и они, то есть, ну, они тоже, вот, чем африканские страны, они тоже думали, выйдут как-нибудь спокойно, ну, как, вы Но Они техничные они были. Они играть, да, будут Они выиграть. классные были. Ну, вот на этом, я думаю, что мы первые забили, и они чуть раскрылись, вот это. И мы не ста стали играть на встречных курсах, особенно, когда 3-0 и второй тайм начались, они 1-3 забили, и вот пошла игра на встречных курсах вообще, то есть, без... В сборной Камерона тогда играл выдающийся африканский футболист Роже Мила. А, в момент а, этого матча ему было 42 года. Но я слышал вообще рассказы, что на самом деле он был на несколько лет еще старше. Ну, говорят, да, это же у нас никто не докажет. Там же, знаете, в тех странах африканских много игроков, которые, у них 5 братьев и а пойму, паспорт брать. один на всех. Вот, Ну, он, да, он вышел на замену, как раз забил голодом. Ну, вот, допустим, ему было 43 или 44 года, да. Фантастика на чемпионате мира на высшем уровне. Как он играл? Вот, в той же самой, я думаю, еще в форме был. Ну, вот он вышел во втором тайме, угу. да, потому что еще понимаешь, что все, тем более, в 40 градусов не выбегает жар. 40 градусов. Да, тем более, в час дня играли в 40 градусов, это же еще надо. Но то, что он физически был, что не скажешь, что ему и возраст такой, то есть, как бы... но понятно, что прошел уже пик свой, но физически выглядел очень, очень хорошо. Поэтому я думаю, что такой... Я думаю, в принципе, это его и был часть, когда он заканчивал, то есть все. Но в команде, я думаю, он больше даже еще тогда в Камеруне и был в команде для того, что как бы эталон, что на него смотрели, он в команде руководил. Маленький такой, не нас да, да, помогал тренеру, да, что вот это все у него было. Для этого, я думаю, он в команде где-то и он, потому что уже потом мне рассказывали, он в команде, когда и до этого играл, как бы отдавался, был такой у них стержень футбольный. На чемпионате мира 1994 -го года ты стал лучшим бомбардиром, завоевал золотую бутсу, забил 5 голов, но ты их забил в одном матче, а Христа Тойчков, нападающий в болгарской сборной, в нескольких, то есть тоже получил золотую бутсу, тоже 5 голов стоечков нет, шесть, по шесть мы по 6, да, да прошу прощения стоечков э, вообще когда-нибудь э, высказывал недовольство что ты ему помешал единолично завоевать нет ну раз. так больше это мы в шутку встречались когда после игр Барселоны с Валенсией когда играли в Испанию а он такой еще шебутной, заводной когда где-то в баре он о я И в шутку шло, что он всегда кричал, ой скажи спасибо что я не забил седьмой гол Хороший он, да, форвард. Да, такой. он хороший. Но на что ему также? Команда, классная. Да, команда. у них команда, но это их не тоже звездный час да, был да. у команды, когда потом же я играл же с Любопеневым, который да. уже в Валенсии тоже, он у них капитан был и такие команды взять по именам. Вот это у них вот знаете, когда команды выстреливают, и поколение она, поколение выстрелы, и все совпало вместе. Я знаю, что один из лучших форвардов мировых Гарри Линекер приехал даже после этого чемпионата брать к тебе интервью. И заплатил 3000 тысячи фунтов стерлингов наличными за то, чтобы взять у тебя интервью. Ну это уже не, он не совсем после себя. Это уже когда я уже делал операции и лежал в Швейцарии, мне спину обкалывали и да позвонили мне говорят да что приеду из Англии. А в Англии всегда, когда ты даешь интервью уже. Он лучший форвард был по-моему чемпионата мира восемьдесят -го года, mm -hmm. да? Не, не форум, по-моему, в 90-м. Или 90-м. 90 да. да. он и в 90-м потом. Вот как раз в 90-м, по-моему, Англия... Тоже с, 6 голов он забил. С Камеруном и играл в 90-м, когда он... За, и вы выбили они а Камерун, когда Камерун хорошо шло. Поэтому и он вообще такой. И потом он уже пошел действительно работать по... Стал журналистом. Да, стал журналистом. И сейчас же он везде же комментирует. Ездит. Ну и приехал. Тебе приятно было, что... Ну да, такой... потому что он как бы и тоже и испанский знал. Хотя бы начали полуиспанский, но потом из перевода английским, то есть, ну и особенно там, где в Швейцарии, то есть, нет, это в Германии уже было, я там лежал, мне спину обкалывали, особо один, мне там нечего делать целыми днями, и он приехал туда, и прилетели. Но вот это, что я думаю, знаете, у нас такой вот, у нас еще это трудно понять, а за рубежом это уже нормальные вещи, когда к игроку прилетают, да, вот, берут... И достал деньги. Да, да, это нормальные вещи, а тем более я уже потом, это ж, не, я уже до этого играл в Шотландии, я знал это, что там за такие уже персональные интервью то платят, а такие обычные, то есть как клубные интервью нет, а когда уже договариваются на встрече, то уже тогда идет уже оплата денег. То есть, когда уже персонально ты куда-то там приходишь, то да, там и в Испании нет такого тоже. А вот в Англии, ну, что все это территория. Англия есть Англия. Да, Англии там уже все по-другому чуть. Потому что они одно время вообще хотели сделать, чтобы на Забитые мячи игроки имели свои права, но и хорошо, что уже не дошло до этого все-таки.